Я тебе честно панику такой. Да как, откуда опять? Или нет, или мне показалось. Помню, показалось. Ой, не знаю уже, когда мне. С крана, что ли, или откуда ты стреляешь? Вообще понятно. О! Ты ж говню! Из окна! Как ты? Я тебя даже не заметил! Ну, блин, круто! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем начинать новую рубрику, где мы будем снайперами и будем пытаться убить друг друга. Да, ребята, всем привет, и суть данной рубрики заключается в том, что мы с Эдисоном будем снайперами, и мы спрячемся по разным домам и будем друг друга выслеживать, и цель, собственно, наша — убить друг друга. Да, ребята, подробнее вы узнаете в процессе игры, и также ставьте огромный палец вверх прямо сейчас над этот видос, если хотите больше троллинга, больше снайперов, и, короче, увидите, что это сейчас будет. Поэтому, Жень, Дос, ты готов начинать или нет? Да, я готов, и давай поставим на паузу и спрячемся. Давай. Ну что, Жека, ты там спрятался, нет? Я спрятался! Короче, ребята, мы спрятались напротив друг друга в разных домах, и наша цель сейчас найти друг друга и убить. Да, то есть у нас вот такие, у нас такие мини-дуэли, мы играем до первого поражения, потом перепрятываемся. А Жека, мне кажется... Нет, ты меня не видел, говно! А, куда бежать? Помогите! А, сеть я тоже спалил, говнюк. Да никуда, чё ты меня не спалил, Жека, так... Где? Жек. Огонь из всех орудий! Так, я сейчас буду ложиться, чтобы ты меня не заметил. Где ты, Жека? Да где ты? Жибулис. Блин, такой, что же такой косой-то? Стекло меня спасло. Стекло меня спасло. Жека, там хедшот был. А подожди, у тебя что, глушак? У меня глушака нету, а? А, да? У меня какой-то глушак сейчас. Да, ну пофиг, да, хорошо. Так, блин, у меня оружие не перезаряжается, Эдисон, походу какие-то не те патроны поставил или нет? Наверное, не те, да. А, все перезарядилось. Помогите! Я ни в чем не виноват! Это все он. Да. Ну чё, долго у нас дуэль, Жека, да, мы выясняем, кто же из нас лучше. Так, где Жека спрятался? А ну, Жека, показывайся. А где ты спрятался? А вот и не скажу, у нас же дуэль снайперская, как я могу тебе сказать, где... Так, ага... Что, ты меня заметил? Где? Ты меня не должен был... Не, конечно нет. Где ты, говнюк? А-а-а, вот да ты как ты где, говнюк? Не жопа! Да-да-да, почему ты не умираешь? Я говорю, там хэдшот прямо в голову был. Нет! Как? Я настоящий снайпер, ребят, это было легко. Легко, ладно. Лохопут, да. Ну что, Эдисон, что ты где? Жека, я сейчас там... Готов получить еще одну? Еще одну пулю в глаз готов получить, а? Да. Я сейчас отомщу, Жека. Ой-ой-ой, тут очень опасно. Я сейчас отомщу! Фух, надеюсь, хорошо, ты меня не заметил, потому что ты меня мог спокойно сейчас убить. Вот тут твои вещи нашел какие-то, еда тут какая-то. Мы слышно поменялись сторонами просто, чтобы было поинтереснее. После первой смерти меняемся. А вот не скажу тебе, Жека, не скажу тебе, где я? Не нужно тебе это знать. Не скажешь? Ну не говори. Я тебя и так найду. Там дырки в этом кране были, чтобы это считается? Да, считается. Иди в жопу, иди. Я сам себя убил, так что не надо тут... Считается, просто ладно, нуб, ты понимаешь, я такой... Я просто ловушки подстроил, так что... Давай, Жека, прячемся. Хорошо, на этих же сторонах. Да. Да, мы на этих же сторонах спрячемся, чтобы не появиться. Ты где? Ты, Эдисон, я не понимаю, где ты? Я сейчас опять сам себя убью. Прям чует моя жопа, что я тебя убью, что я сейчас умру сам. Эдисон. Чё тебе надо, Жека? В смысле, кто? Откуда стреляют? Стреляют. В смысле, я не понимаю, где ты, Эдисон? Ну, вот так тебе... Я вообще понял, вот эта сторона, на которой я сейчас нахожусь, она менее... Короче, она более хардкорная, вот так вот. Да. Потому что снизу вверх смотреть сложнее. Ну ладно, будем меняться. Перестроим, да, потом, если даже что. Так, Жека, давай, да. Показывайся, да где ты? Да в смысле, я не понимаю, где ты? Ты-то по мне стреляешь, а я даже не знаю, где ты.
Ой-ой-ой. У нас есть еще ножики. У нас есть еще ножики, поэтому если мы доберемся друг до друга, то можем убить. Денисон, я не понимаю, что ты ржешь! Кто стреляет? Я не понимаю! Просто пули летят, а я ничего не вижу. Зачем тебе видеть, Джейк, а? Откуда ты стреляешь? Я теперь понимаю, почему ты меня не видел. Почему ты меня не видел. Где ты? Эдисон, стань шифта, так нечасто. А ну стань шифта. Я тебя честно панику только. Да как, откуда опять? Или нет, или мне показалось. Помню, показалось. Ой, не знаю, Жека, ну не знаю. С крана, что ли, или откуда ты стреляешь? Вообще понятно. Ты ж говню! Из окна! Как ты? Я тебя даже не заметил! Ну, блин, круто! Да, молодец, молодец! Ладно, давай меняемся стороной! Меняемся стороной! Молодец, давай. Молодец! Так уж и быть! Так уж и быть! Ну чё, Жек, какой там у нас счёт, а? Да, ну вообще, 2-1, но я себя сам убью, так что... Так что будем считать, 2-1, не, 2-1, все верно, Жека, все верно, 2-1. Так кран, конечно, мешает, да? Мешает целиться. А ты там зелье невидимости это убрал, да? Не, я убрал, все убрал, Жека. Все в порядке. Я так боюсь теперь выходить, потому что... Куда ты мог спрятаться опять? Первый раз, когда тебя сразу нашел, теперь вообще тебя не вижу. Ты меня уже нашел, да? Нет. Да конечно. Я за стенкой стоял! Я по ногам просто выстрелил и все. Где ты был? Ты в кране был? Да, я на кране был. Ну нифига ты жесткий! Вы не понимаете, как ты это делаешь. Ладно, давай опять перепрятываемся. Давай. Ну все, Эдисон, я буду просто тебе сейчас мстить, понимаешь? Ай-яй-яй, ребята, ребят, мы сразу скажем то, что мы будем играть до 5 побед, кто... Кто доберет... Так, я водички, все нормально. Ладно, допустим, это считается. Что считается? Ну то, что ты не умер. Что считается? Ну да, а как мне теперь обратно за... Вот как тебе обратно! Эдисон, да в смысле? 4-1, да не! Вот как тебе обратно забраться, Жека. Ой, иди ты в жопу, Эдисон, просто иди ты в жопу. Жека, последняя победа и все, и ты проиграл, Жека, ты проиграл. Да, я так не играю, Эдисон слишком жесткий. Он, знаете, ребята, это Эдисон построил, ему благодарен за это должен. Как ты меня убил? Я стоял за блоком. Эдисон, я стоял за блоком, как ты меня убил? Не понимаю. Задница тут твоя торчала, Жека, торчала. Да в смысле? Да я не знаю, как этот Майнкрафт работает вообще. Эдисон, я хочу реванш. Я требую реванш. Я даже не ушел. Я как начал на одном блоке, я так на нем и стоял. Все, давай, продолжай. Да почему? Ладно. Я все-таки один раз сам умер, поэтому давай... Ладно, допустим 4-1. Допустим 4-1, ладно. Допустим 4-1. Я тебе прощу вот ту смерть, ладно. Но в следующий раз не буду прощать, Джека, ничего не буду прощать. Хорошо, Эдисон. Иди тоже добереть, ребята, помогите мне. Он тут это, наигрался на своей карте тут. Я не умею играть. Не умею играть в Майнкрафт, научите меня кто-нибудь играть в Майнкрафт. Ага, значит меня уже кто-то запалил, да, как я понял? Это просто предупредительный выстрел, Эдисон. Кто-то не палил. Шо, где ты? Просто даже еще карту толком не выучил, вот. Ну это все из-за того, что я карту не знаю, как бы понимаешь? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты строил эту карту, ты знаешь, где что находится, я тут стою, ничего не понимаю. Да. Да, конечно, отмазки, да. Вот я сейчас уверен, сейчас опять мне какая-нибудь пуля в глаз прилетит, я даже этого не замечу. Думаешь? Ну, может быть. Где ты? А вот не скажу, вот скажи тебе, где я. Еще что тебе сказать, Жек, а? Я не понимаю даже, куда мне целиться, где ты можешь быть. Нет, это не был не ты. Мне показалось. Ага. Показалось его, значит, да? Значит, показалось его так же, коща. Этот кран, ничего не вижу! Да вот специально построен, специально. Так, где ты, Жека, где ты? Это ты где? Ты мне скажи, где ты, Жека? Я видел тебя изначально, но сейчас... Да как? Я просто перебегал! Иди ты в жопу!
Ладно, хорошо, я согласен, я принимаю свое поражение, я тебя один раз только убил, ты меня пять раз убил. Смотри же, как где я был. Где ты был, скажи мне просто, вот, где вот, ты вот, был? Вот, 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 ты пятнись ко мне. Сейчас. Или прямо просто лечи, вот, вот, смотри, смотри. Там твоя башка. Я думал, даже как бы тут нельзя. Там такой хедшотик был, Жека, такой хедшотик, ты себе даже не представляешь. Капец, я тебе представляю, я извиняюсь, я, знаете, рак еще в этой мини-игре, но я научусь, обязательно в следующей серии я научусь играть. Ребята, да, давайте заканчивать, это мое место, Жека, мое место. Да, извини, извини, победитель будет брать сегодня место. Ребята. На себе, это твои медали. Спасибо, спасибо. Ребята, самое главное, если вам понравилась эта мини-игра, ставьте огромные пальцы вверх, чем больше лайков наберем, тем больше я буду убивать Жеку, да, Жека? И больше будет серий, как я тебя буду... Я тебя в ничего тоже не сомневаюсь. Ребят, я обещаю, я научусь, я его просто застрелю. Да, ребята. Чем дальше, тем мы больше будем модернизировать вот эту игру, поэтому если хотите продолжение, еще расскажу, ставьте огромные пальцы вверх, чем больше лайков, тем больше серий. Да, и ребята, не забывайте писать ваши комментарии, нам очень интересно, понравилась ли вам рубрика. Я, конечно, уверен, что мой видос никому не понравится, пытался постоянно. Но, ребят, я обещаю, я научусь. Мы научим, Жек, мы научим, что ты делаешь. Нет, пока. Да, ребята, всем удачи и всем пока.